начнем с песни, которая мне почему-то, я только сегодня поняла, что ей чуть больше года, но мне она кажется уже настолько древней, она как-то очень плотно вошла в нашу жизнь и как-то сразу во все ее сферы. Ой. Голосый голос. Гольфстрим. Все как у людей, я наконец-то вписываюсь в какую-то общую систему. У всех год был не очень, и как бы и у меня тоже, но обычно как-то все наоборот бывает. И сегодня вот когда сказали, что у всех в этом году много новых песен, я подумала, что ну вот опять как-то все наоборот. Не у всех, но у многих. Ну вот у нас так сложилось, что это первый год, в котором новых песен практически нет, их всего две за год, это вообще такого не бывало раньше. И одна из них, ну вот одна из них мы сейчас сыграем, вообще не очень хотелось Мрака сегодня, но он будет. Вообще она, конечно, я подумала, что, наверное, правильно, что мы ее сегодня играем, потому что она, в принципе, про 2020-й, про, и как и про личный, так и про общественный. Сейчас, подожди, дай я текст понять. Uh-huh.
среди крови и полей заблудился судья полиграф, растерявшись в параметрах стука и ритмах дыха. Слов по второму куплете, так вот так не должно быть. Это случайно получилось. Мне не помогает текст в руках.